Валь з Києва мій. А тепер пісня, яку дуже люблять в Одесі. Сейчас я нахожусь возле источника в Сходнице при въезде. Называется он «Джерело номер 3». Вот такой вот. Такой вот источник. Там бежит вот маленькая струйка. И люди набирают совсем чуть-чуть. Ну, очень удобно подставить бутылочку. Сегодня 30 октября. Вот такая погода в Сходнице. И такая красота. Очень красиво. Лес, елки такие. И музыка сопровождает. Ну, как говорится, каждый по-своему зарабатывает. Вода бежит очень холодная, ледяная. Все, многие подогревают, чтобы сразу попить. Многие домой идут, берут с собой сухой спирт, подогревают и на природе. Туда вверх можно подняться, белочек покормить. Такая дорожка в самый лес выложена. Присесть можно. И идем дальше к выходу. Но хочу сказать, что природа очень красивая. Такие краски осени обалденные. Скрипочка играет. Честно говоря, не очень-то он хорошо играет. Но как сопровождение для видео будет нормально. Дорожка, фонарики. Люди ходят в Сходнице за водой даже вечером. Есть присесть как бы лавочки. Мусорки чисто убирают. Здесь даже повыгребали. В прошлый раз, когда я была, здесь мусор даже выгребают, убирают, чистят. В Сходнице. Ой, ну тут что-то. А, кто-то побежал. Какой-то зверек черненький. Очень интересный. Мы сейчас увидим. А, белочка, белочка. Черненький зверек. Это белочка. Ух ты, такая лапулечка. И белочки нашли. Какой хвостик у нее пушистый. Ничего себе. Смотрите, ищет или прячет. Прячет орешек, наверное. Вот так вот. Обожаю Сходницу. Всегда, когда приезжаю в Трусковец, бываю в этих краях, приезжаю в Сходницу хотя бы на один день. Воздух. И вот еле слышно, птички поют. Очень здесь мне нравится, красиво.